Друзья, добрый день! Меня зовут Юрий Железняков. И в этом видео я покажу, как в хлебопечи Panasonic у меня SD-YR2550 приготовить творожный кекс. Светлане, моей подписчице, спасибо за рецепт. До приготовления кекса примерно за полчаса замачиваем цукаты и изюм в коньяке. А также подготавливаем цедру лимона. Закладываем ингредиенты. Творог. Сливочное масло. Лучше его разрезать на кубики. Далее 3 яйца. Сахар. Муку. Цедру лимона. Немножко соли. Разрыхлитель, ванилин и закладываем изюм с цукатами, который мы предварительно замочили в коньяке. Для того, чтобы кекс был более ароматным, добавляем немножко коньяка в форму для выпечки. Форму для выпечки устанавливаем в хлебопечь. Выбираем автоматическую программу «Кекс», «Старт». Если в вашей хлебопечи нет автоматической программы «Кекс», можно приготовить его, используя две программы – замес теста для пельменей и выпечка. Как это сделать, вы можете посмотреть в ролике, ссылка на который появится сверху. По окончании программы, если вы еще не нажали кнопку «Стоп», время выпечки можно продлить. К примеру, если кекс у вас слишком большой. Готовый кекс извлекаем из хлебопечи. Выкладываем остывать на решетку. Он достаточно тяжелый. Бока темненькие, красивые. Верх немного светлее. Дождемся остывания и посмотрим, что у него внутри. Рецепт кекса, как обычно, я оставлю в описании под роликом, и там же в описании будет ссылка на страничку о хлебопечах Panasonic на сайте производителя и Plaza Panasonic.ru. Если это видео показалось вам интересным и полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. На срезе кекс действительно получился очень красивым, в нем много изюма, цукатов, пропекся он хорошо. А что касается вкуса, прям не могу остановиться. Очень вкусный, насыщенный, нежный кекс. Я думаю, долго он дома у меня не задержится. Приятного аппетита!